мразь фальсифицировала выборы и тем самым обрекла себя все равно на гибель. Рано или поздно это обернется для нее гибелью. Но если раньше люди жалели, боялись там какое-то противостояние, какого-то изгнания этих паразитов из страны, да, то сейчас их никто уже больше не пожалеет. Это качественное изменение в сознании людей. Мы здесь в рамках всероссийской акции протеста против фальсификации выборов проводим акцию. Эти выборы были фарсом от начала и до конца. Эти выборы были беспрецедентными по числу нарушений, фальсификаций и вбросов. Мы не признаем итоги этого фарса. Мы требуем отменить результаты выборов. Итоги этих выборов признавать нельзя. Я видела очереди бюджетников на участках в пятницу. Их туда пригнали. Это было подкупом, это было принуждением, это было явно незаконно сделано. Это первое. Второе. Вы все знаете, что пенсионерам на участках раздавали карты, смешно сказать, на 150 рублей в магазине «Пятерочка». Людей довели до нищеты, что они за 150 рублей согласны продавать свой голос. Те, кто работали для нас всю свою жизнь. И многие приходили на участок только ради этой несчастной подачки. Это делали избиратели и комиссии. Это был откровенный подкуп. Это был административный ресурс. Это незаконно. Выборы на территории Свердловской области признавать нельзя. Дорогие друзья, я надеюсь, сюда пришли все неравнодушные. Маленький экскурс прошедшего выбора. Признать их честными, открытыми, порядочными. Как на политике поворачиваются. Мы решительно требуем отказа от системы электронного голосования. Подобные процедуры полностью девальвируют институт выборов как высшую форму волеизъявления граждан и полностью исключают народ из процесса принятия политических решений. Мы настаиваем на формировании комиссии с участием депутатов, кандидатов, представителей избиркомов, которой надлежит принять решение об аннулировании итогов ДЭК и признании результатов выборов без его учета. Мы убеждены, что ДЭК представляет из себя угрозу национальной безопасности, поскольку в условиях обозрения международной обстановки дает повод к подрыву страны изнутри через уничтожение самого института выборов. Идет война народная. Так, навстречу идут... Навстречу идут полицейские. На Красной площади массовые мероприятия запрещены. Будьте добры, я вас очень вежливо обращаюсь. Обнимите, да. Я вас очень прошу, убедительно вас прошу. Мы не идем, мы хотим с вами переговоры вести. Стойте здесь. Чтобы вы поддерживали прошу. Уважаемый гражданин, я к вам с большим уважением. Если вы сейчас нарушите закон, мы обязаны вас задержать. Понимаете, обязаны. Мы не идем, мы хотим вас спросить. Спрашивайте, будьте добры, спрашивайте. Вы будете поддерживать наш простой народ. Так, это все вы... Давайте сейчас будем по-другому с вами. Вы не нарушайте закон, все. Я вопрос задаю. Незаконно.